Школа с ремонтом. Учащиеся 103-й саратовской школы встретят новый учебный год практически в полностью отреставрированном здании. Многие ученики уже готовят свои кабинеты к 1 сентября. Депутат Гордумы Андрей Беликов проверил качество сделанного ремонта. Подготовка к новому учебному году в 103-й школе идет полным ходом. Постепенно преображается и приобретают новые краски спортзал. Он для учеников просто необходим. Кубки и медали школьники выигрывают постоянно. Все лето за ходом ремонтных работ наблюдал депутат городской думы Андрей Беликов. Уже 2 года он помогает школе. Моя помощь заключается в следующем. Во-первых, координировать работу администрации именно по ремонту. Во-вторых, конечно, при нашем финансировании оказывать посильную помощь именно в ремонте школы. Ну, это покрасочные материалы. Также купили лестницы вот, именно в 103-ю школу. Ну и многое другое по мелочам, и именно вывоз мусора. Целевые программы существуют, да, и через администрацию идут финансирован областной бюджет. По целевым программам тоже вносит свою посильную лепту. Ну и депутаты города Саратова не остаются в стороне. Андрей Беликов не пропустил ни одной детали. Поинтересовался у директора школы, успеют ли они до первого учебного дня установить пластиковые окна и где в кабинетах появились новые двери. В прошлом году учебному заведению исполнилось 50 лет, поэтому обновление ему просто необходимо. Мы очень благодарны, что заметили те проблемы, которые существовали в учреждении. Благодарны мы и областному бюджету, и приоритетному проекту образования. Также хочется отметить тех людей, которые неравнодушны к проблемам школы в наше время. Это в том числе и депутаты, в том числе депутат городской думы Андрей Павлович Беликов. Благодаря совместной работе в школе полностью заменена электропроводка. Для экономии электричества установлены датчики движения и система аварийного освещения. Я думаю, до 1 сентября все будет отмыто, покрашено. Сейчас ремонт завершается и в коридорах школы, и в кабинетах. Во многих родители и ученики уже проводят генеральную уборку. Обновлению их учебного заведения рады. Говорят, теперь учиться будет комфортнее. Вот нам поставили лампу, то, что мы их должны хорошо видеть, и писать удобно нам стало. Преобразился и внешний облик школы. Ограждение и спортивная площадка тоже теперь готовы встретить учеников.